Здоров, ребят, здоров. Здоров. Короче, чё, продолжаем. Мы продолжаем ходить Бэтмена. Поел немножко по бочке, там выски позахватывал всякие. И тут появился миссия за Дэдшота. Дэдшот у нас тусуется, значит, в банке. В старой локации. Я в этой локации уже был. Собственно, я только до него добрался. И будем сейчас ему навешивать по щам. Погнали. Вот, это, собственно, падла, тут и ходит. Всех тут надо валить по стелсу. И очень аккуратно. Хватает с высоты. Сразу же надо валить. МР. ТОС. Эх, не успел. Надо еще покушать. Ну еще у тебя все впереди. Я так-то вообще сегодня не планировал стримить, но что-то я как-то быстренько вон он как целится, падла. Я что-то сегодня освободился довольно-таки шустро после медкомиссии. И решил, почему бы не полобать еще. Потому что тут довольно-таки все долго будет. Вчера примерно часов до 5 утра бегал, эти всякие побочки выполнял. Как мне хер делать? Так, ждем, пока ребята расслабятся. Разойдутся по сторонам. Даман 72. Привет, друг, лайк лови. Здорово, Даман. Спасибо. Так. Сейчас его нет смысла мутузить. Надо всех сначала завалить, потаскать потихоньку их с высоты, а потом его. Главное это все быстро сделать. Пробовал, короче, вчера пару раз, да не, побольше надо. Побольше, где-то раз 5, наверное, пробовал это дело проходить. Сейчас пока не получается. Тороплюсь. А тут прям надо все выжидать, очень медленно это все дело валить. Потому что народу тут хватает. И он практически один не остается. Так, вот туда бы надо. Есть там один закуточек, где они любят ходить. Их там очень легко одного поймать. Вот. Так и сверху. Ну, почти. Бля, это второй идет, не вариант. Надо, чтобы он в этот треугольник встал. Я вниз головой висел в швалах. А какая разница между... А что это дает, то, что если ты висишь? По-моему, вообще ничего. Разницы типа никакой. Так, зато видно хотя бы удобно. Так, где эти гаврики-то? Угу. Мы с Тамарой ходим парой. Рядышком все ходим. Ну, значит, будем наглеть. Вот этот у нас первый, наверное, полетит. Тартарары, так говорится. Даман 72. Когда чел под тобой, он его хватает и подвешивает его. Ай, нет. Ай, беда. Даман 72. Блин. На горгуля. Так он же и так подвешивает их за горгулю. О, видим, нахват с высоты, это и так работает. Не обязательно мне с башкой, так же вроде удобно. Он его не треснул атакой сверху. Почему-то атака сбилась, и меня маленько подстрелили. Причем вот эта пачка, сначала их надо всех перетаскать, дать маленько по щам Дэдшоту, спрятаться, и еще одна пачка прибегает. Так, мычимся сразу. Вот так.
Потом еще в конце Дэдшот подходит вот к этому заложнику по центру комнаты, и надо как-то его вообще без палева завалить. Вот как-то так, вот такой вот стелс попался. А так побочки в основном... Уничтожить ретрансляторы, шатаешься по городу и занимаешься какой-то херней, господи. Ничего интересного. Даман 72. Если хочешь потихо в тот момент, когда он под тобой виснишь, подниму все дело. Я так проходил вообще легко. Вот смотри. Повис. Он почти подо мной. No problem. И ничего вообще. Я не знаю почему, но это вроде как не работает. Quit screwing around. Got you covered, boss. Вот смотри, он сейчас прямо подо мной пройдет. Он его не хватает. Ну Дэдшота он по-любому не схватит, потому что он весь в броне и так далее, это босс как бы. Hey, давай на другую. No возвышенность. Чисто эксперимента ради. Роман 72. Должно. Так, ну примерно вот этот сейчас у нас сюда спустится. Деольфо от bmd.gg. Добрый вечер. Здорово, Вольфо. Так. Ну подождем, подождем. Вот смотри, опять один идет. Он сейчас спустится. Я вот тоже не совсем понимаю, зачем эта функция с просто повиснуть вниз башкой. Он их не хватает. Просто для прикола повисит. Роман 72. Они у меня на всех горгулях висели. Все. Он прошел мимо, никакой реакции. Не знаю, в чем дело. Поэтому будем так их ебать. Уровень сложности у тебя был нормальный? Почему-то он их не хватает. Одного вешает и все. Даман 72. Я не понимаю, под ними должно быть функция захватить. Или батерангами их огреть надо. Батарангами, по-моему, точно нет. Они тогда сразу тебя спалят, где ты висишь, где ты находишься. Появляется только захват с высоты и атака сверху. Атака сверху, если он не точно под тобой прямо, неровно под тобой находится, да, получается атака сверху. Удар в планировании, если ты будешь лететь на него и дашь ему пинка в рыло. Вот, атака сверху. Захват с высоты, вот, и все. Как бы я не висел вниз башкой. Но, если бы я сейчас, наверное, повис, то, скорее всего, бы этого не было. Не знаю, в чем особенность. Мы же с тобой говорим про Batman Origin, правильно? А то, мало ли, вдруг другая часть, как бы, и там, может быть, такая особенность была. Тут вот реально целая функция повиснуть, как бы, и все. Роман 72. Ну вот получил хвость. Тут целая функция, чтобы вниз башкой повиснуть. Ну а смысл вот этого какой? Роман 72. Получилось же.
Получилось захват с высоты, просто сидя на горгулье, ровно, четко, как это всегда бывает. Вот, сидишь на ней спокойненько, и тягаешь этих клоунов снизу вверх, и все. Это не вопрос, но зачем вниз головой, вот я не понимаю. Нахрена эта функция? Она как бы ничего такого не дает. Причем я с нее даже атаковать не могу. Я просто повис и все. Но если залезть обратно, то вот этого кренделя я уже удар в планировании могу сделать. Я не знаю зачем. Как и собственно нахера. Ну ладно, будем пользоваться тем, то что работает. У нас последний остался, короче говоря. И потом будем дедшоту наваливать люлей. Там главное его быстренько оглушить, надавать ему по жопе и Макс, быстренько прятаться. Привет. Здорово, Макс. Еще раз. Так, может быть с пола его долбануть, да? Что-то тут вообще не хочет подниматься. Так, давай-ка, наверное, следим вниз. А то эта сволочь тут так и будет ходить. Не туда. Это я наверх поднимусь. Нет. Аккуратненько, вот, да, вот выламываю его. Но мы заныкаемся назад. Блять, я наверх, он вниз, а? Твою же мать. Окей. Падла, он взял вниз, опусть с леса. Так, ну ждем тогда до атаки сверху. Не, смотри-ка, полез наверх. Осмелел. Вот тут его подождем. Как раз дедшот подсвалит. Быстрей. Ну. Че эта херня почему-то перестала работать? Ну ладно. Так, где у нас это дедшот-то? Где? Ага, вот. С ним все просто. Когда он один, он просто ходит по одной траектории. Берешь ему вот так вот. Шац, шац. И наваливаешь по морде. Даман 72. Механика во всех трех частях одно и то же. Это за четвертое получается. Я не знаю, может быть действительно что-то изменится. Допустим, то же самое Arkham City. Но тут пока так. Валить надо. Надо валить, потому что у нас... А, нет, смотри-ка. Не-не-не, вот нормально. Все, ребята уже появились. Половинку где-то я ему снял. Лучше не рисковать. Продолжаем разговор. Куда-нибудь сюда сейчас залезем. Интересно, а можно двоих вешать? Я вот что-то такое припоминаю. По-моему, в Arkham City можно было прям двоих вешать на одну горгулью. У меня еще типа две. Макс Лонг. Увы, для меня игра оказалась весьма скучна, как и паук. Скучно именно механиками. Разнообразие ноль.
MR.Toaster. Опять лагает. Особенно, когда из режима детектива выходишь. Правда? Даман 72. Не двухнет. Ну тут просто такое само по себе переключение. Оно типа с тормозом таким идет. Даман 72. Да она скучная. Ну. Смотря чем заниматься, в принципе. Хорошо, в принципе, то, что тут есть хоть какое-то разнообразие. Типа ты не все время детективишь, не все время стелсишь, и у тебя не все время экшен. Как бы спасибо хотя бы на этом. Так-то вот, блин, возьми просто любую игру, ты всегда, блядь, одним и тем же занимаешься в слэшере, ты одним и тем же мочишь определенные удары, также мочишь врагов. В какой-нибудь стратегии ты постоянно, блядь, что-то строишь, допустим, если это какой-то экономический симулятор. А в Симсах ты, блядь, я не знаю, просто развиваешь своего персонажа и его квартиру. В принципе, так вот, если задуматься, во всех играх ты в основном делаешь одно и то же. Минус один. Даня, это просто стиль на любителя. Паука ведь любит, так что это именно игра, а не для меня. Ну, я скажу так, то что мне вот паук зашел чуть меньше, чем Бэтмен, потому что там вот действительно очень много однообразия. А сам сюжет, он просто, ну, как бы, ни о чем, по сути. Ты его можешь пройти за часов за 10 просто, да и все. Слабенький паук получился. По сравнению с четырьмя частями Бэтмена. Так-то. Ну вот, в принципе, Arkham Asylum, по-моему, вот в Бэтмене, в трилогии, такая. Самая такая. Она коротенькая. Она особо не замысловатая. Там только-только народ придрачивался подобные игры делать. В Arkham Knight до хрена на машине надо ездить. Из загадочника прям. Ты очень плотно с загадочником взаимодействуешь. Макс Лонг. Тут драки наискучнейшие, а сюжет прикольный. Ну, это да. Но если чуть-чуть выкрутить себе сложность, то драки становятся веселым. Блять. Я сегодня ночью, когда делал побочки, я заебался подыхать от обычных банд. Ну, которые вот чуваки за тобой охотятся. Точнее, которые просто стоят, курят. И ты подлетаешь им, даешь по еблу. Блять. Ёпта, откуда он меня видит-то? Ну, пизда мне. Ёбнутый дедшот, на. Короче, даже обычная толпа клоунов тебя может развалить, нехуй делать. Так что, отсюда экшен, экшен. Хер его знает, вообще что-то народу, блядь, до хера. Ты их таскать начинаешь, тебя дедшот палит. А сколько я вчера раз пытался, это уже, наверное, попытка, ну, блядь, десятая, наверное. Ты первого вот хватаешь, а потом остальные на шухи переходят, и ты их уже, блин, вряд ли схватишь. О, тихо. Не успел. И этого тоже. Ну-ка, ну-ка. Нет, только атака сверху. А что там уже, типа, кто-то висит? Макс, да. Мне кажется, больше кто-то висит.
Я не знаю, я не читал сколько раз. Ну до хрена. Я мудился вот именно с этой вот, с этим дедшотом. Часов, наверное, с где-то с 4 до 5, где-то в течение часа, сколько я мог раз просрать. Я не знаю. Просто по-разному пробовал тактики. Типа сначала его, ему давать пизды, потом остальных тащить. Не вариант. Пробовал их с полом очить, тоже не варик. Потому что они тебя палят. Они тебя сверху видят. Только ты вот с этих решеток выпрыгиваешь, и туби пизда. И херово то, что они когда совсем на панике, особенно дедшот, он рикошетом тебя может завалить. Он целится в одну сторону, вот видишь, как это получается. А потом у него этот рикошет раза на 4 делится, и то и на 5. О, голубчик, блять, ну его можно было, конечно, но только нужно, чтобы атака сверху была. Ага, вон видишь, как оно получается. Если я сейчас на него прыгаю, меня палит дедшот. Кстати, еще к слову, битвы с боссами тут, в принципе, во всех частях сделаны интересно. У каждого босса своя тактика, и ты ее придерживаешься. Сейчас полили. Я помню, в Arkham City там прикольно было мастеру Фризу давать пизды. Причем каждая фаза, по-моему, или каждое нападение на него нужно делать по-разному. Там шокером, тут заморозка, там ловушку подстроить. Это прикольно сделано. А вот такими рядовыми боями они, по идее, тут просто тянут резину. Ну, как это обычно бывает в играх с большим миром. Допустим, тот же самый Far Cry. Захвати вышку, скрафти себе оружие. Ты, блядь, носишься как мудак просто по лесу и мочишь кабанчиков копьем. Ну, типа того, как бы. Релами там, да не важно. Тоже одно и то же. Тоже тянут время. Если бы этой фигни не было, вот такие подобные игры, короче, они бы просто проходили часов за 10. Дымовухой пользуйся. Вчера тебе помогло же. Дымовухой сейчас не вариант пользоваться, потому что он может вот эта вот херня, короче, воспользоваться дымовой гранатой, когда конкретно в тебя стреляет уже. То есть противник тебя заметил, ты можешь швырнуть в дымовуху, маленько отбежать и, допустим, вот здесь спрятаться. Просто так швыряться дымовухой тут не получится. Но еще, кстати, есть вот такой вариант. Деструктор. Ну-ка, давай заюзай. Оп. Оп. Я им пушки отключил. Вот дедшоту, блядь, жужжалку бы так отключить. Было бы забавно. О, я чё вспомнил. По-моему, тут с помощью оружия можно охуительно себе геймплей разнообразить. Так, у нас из живых кто? Вот эти только двое. Ну давай его деструктором попробуем. А можно атака сверху просто. Палимся. А, ну нет, нормально. Как-то вот странно, да, он эти дымовые шашки юзает. То есть ты можешь ей воспользоваться только при случае, когда тебя спалили.
Так, у нас что, деструктор-то все? Странно. Я им типа могу только дважды выстрелить. Так, деструктор, да. Я им могу только дважды выстрелить за бой. Ну, это типа, чтоб ты совсем не охуевал, всем оружие не отключал и действовал более хитрее. Этого бы как-нибудь. Так. Ричард 1080 ТСТВ. Добрый вечер всем. Здорово, здорово, Ричард. Ричард 1080 ТСТВ. Как жизнь? Отлично. Даже сегодня сходил на медкомиссии здоровья, проверил. Говорят, все хорошо. Ричард 1080 ТСТВ. Как настроение? Боевое, правда, хреновенько выспался. Завтра еще с утра на работу, будет тяжеловато вставать, это стопудово. Сегодня на медкомиссии тетка в виде шара. Ну вот такая вот у меня комплекция тела. Говорит, пипиську свою показывай. Я говорю, ни хрена. До этого, блядь, сколько лет мне пиписьки свои не показывали. А тут, говорит, показывай. Буду смотреть, мало ли. Может, ты наркоман, говорит, какой. Я ей показываю, говорит, все нормально. Одевайтесь. Чудеса. После 40 будут простату проверять. Наверное. Я не знаю, хотя, может быть, это только у водителей. Hey, чё же он там по низу-то шароебится, а? Сучонок. Кроме деструктора, что у нас еще есть? Ударный детонатор. Он может его оглушить, но не более того. Короче, ты гель тоже не там. Дымовая граната. Макс Лонг. Сейчас и после 30 уж проверять нужно. Чем черт не шутит? Не, у нас такого нет. Ну, как бы, мы ежегодно проходим медкомиссию. Одна половина комбината проходит осенью, одна зимой. Но вот товарищи, которые водителями работают, говорят, что после 40 простату проверяют. Я же не приду в этот, как его, в больницу, скажу им, чем черт не шутит, ну-ка залезьте ко мне в жопу. А то мало ли. Не, так не пойдет, я не дамся живым. Но если надо будет, то придется, конечно. Но быстренько, я сегодня буквально за полчаса всех врачей прошел. Что там, хирург, невропатолог, психиатр. О, тихо. Добиваем. Короче, врачей 5 там всего. Так. Надо вот в уголке его подзажать, чтобы он как в прошлый раз по ступенькам, блядь, у меня не катался, а катался только исключительно на пиздюлях. Максло, ну это же твои интересы в первую очередь. Да, но все равно, знаешь, если им что-нибудь говорить про этот, как его, по какие-нибудь болезни там или еще что-нибудь, если тебя беспокоит, они тебе говорят, ну приходите на прием, мы вам сейчас ничем типа помочь не можем, ни рекомендации ничего не дают, либо побыстрее ты оттуда съебало, они приняли другого. Так, все, валим, валим, стрельба началась. Уж очень, да, блять, почему он не может, вот еле запрыгнул нахер.
Почему они меня видят? Все, вроде спрятался. Да, он заложника взял. Возле себя его держит. Любое мое появление сейчас он его застрелит. Поэтому теперь надо... А, вот почему. Эти пидоры себе вот какие штуки нашли. Они теперь смотрят, просвечивают горгулей. Не баг, а фича, как говорится, да? Ну-ка, иди сюда. Валим. Так, но он заложника пока не завалил. Надо вот этого чела в очках бахнуть. Ну, а их тут трое. И здоровье у меня буквально на один раз спалится. По идее, в приоритете вот этот мудила в очках. Ну ладно, блять, тот ушел туда вниз. Ну-ка, иди сюда. Ай, блять. Спалился я маленько. Атака сверху не вовремя была прожата. Ничего, пирожка. Валим. Нет, он его видит. Он меня видит. Давай, да, в планировании. Так, давай посмотрим, как действовать с дедшотом. Угу. Он постоянно поворачивается. То в одну, то в другую сторону. Его надо атаковать, короче. Резко выбежав из укрытия, которое у нас находится по бокам. Вот там у меня шансов больше, конечно, спрятаться. Давай попробуем. Внимательно, на определенный момент. Тут опять заново неохота, блин, такую толпу разваливать. Так. Мычимся. Опять ждем, пока он прокрутится. Значит, он сразу же этого заложника завалит. Угу. Так тебе? Я ему пальцы сломал нахуй. Я покойник. Это было сложно. Наконец-то встретили. Честно говоря, ожидал увидеть кого-то пострашнее. Больше ты не будешь донимать Готэм. Раз уж судьба мне сегодня сдохнуть, то пусть. Прикончи меня по-быстрому, ага. Нет. Не хочу. Так, ну и в принципе все. Можно отсюда выходить. Че, по идее, по сюжетке надо топать. Новые, короче говоря, открывать эти, как вам. У меня там трех оружий еще не хватает. С помощью новых каких-то инструментов ты можешь определенные ловушки там открыть и так далее. Ну, то, что загадочник оставил. Кстати, вот еще один момент. Ну, это для любителей, конечно. Еще один момент, почему чем Бэтмен интереснее паука. Тем самыми загадками Энигмы. Они порой иногда, блин, тут приходится к башку поломать. Что же он все-таки имел в виду? Так.
Ладно, в принципе, вот эти вот быстренько сделать. Или же вообще сюда просто переместиться. Правда, Fast Travel тут не особо работает. Можно сюда долбануть. Активности это до хрена как бы. Но они, в принципе, все одинаковые. Так, ладно, пойдем, короче, на основной сюжет. Быстрое перемещение. Полетели. Сейчас, по идее, мне шоковые рукавицы должны дать. Вроде как. И с помощью них можно что-то там то ли в генераторы включать, то ли что-то такое. Но это не точно. Здрасте. Вон толпа сразу же прибегает. Вот о такой группе людей, в принципе, можно по щам словить, как бы они тебя завалят. Просто потому, что их дохрена. Так что иногда приходится даже такую тему переигрывать. Так, ну что, двигаем. Прям куда это? Куда доктор завещал? Я вчера туда только зашел. И все. Так, у нас тут по идее ничего. А, вот, ретранслятор есть. Все, и до свидания. Мы с ними потом попиздимся обязательно. Еще он не сдох. Надо. Какой живучий дядька. Так, где я хоть нахожусь-то? Хэмилтон Хилл. О, так меня вообще не сюда почти. В обход, короче, топать придется. Че, ёпта? Вот вообще улетел. Чё там, мента, короче, мучает. Ну ничего, пусть помучается. Вот было бы прикольно, если бы Бэтмен как Человек-паук перемещался. Он это делает довольно-таки быстро. А так можно просто не за всякие предметы, не за все зацепиться. Паука с этим проще. Так, стоим, да? Вообще не сюда. На, в ебло. Все стоит. Вот, видишь, когда только в тебя стреляет, можно дымовуху вроде. А так у тебя... Как бы она есть отдельно. Но не факт, что ты попадешь нормально. Такие гаврики респавнятся в основном. Так, улучшение. Вот это что такое? Неприродный бой с устройствами. В режиме фокуса неприродного боя комна умножит для доступна усиленная версия быстрого использования устройств. А вот это что такое? Обезоруживание бэткогтя. Улучшение точности позволяет обезоружить бэткогтя врагов огнестрельным оружием. Как это работает? Угу, и все. Ну слушай, полезная штучка. Она пригодится. Правда, мне ее никак не прокачать, да? А почему эти способности нельзя покупать?
Они типа самостоятельно открываются, что ли? Ну ладно. Я не против. Давай что-нибудь здесь качаем. Так-то, в принципе, без разницы. Система компенсации теплового следа. Улучшите свой костюм, воспользуйтесь материалом, скрывающим тепловой след. Тогда вас не обнаружат враги, использующие тепловизионные системы. Слушай, а вот это пригодится. На случай стелса. Когда они в очках, они тебя не спалят на горгулях. Хорошее дело. Пригодится. Там как-то мусор вообще источно орёт. Его как будто там режут вообще. Стоять, перелетел чуть-чуть. Побочки, наверное, пока сейчас не буду выполнять, но не вижу смысла. Там одно и то же, просто в банду прыгаешь, даешь либо всем по щам, либо просто ищешь, куда тебе батарангом стрельнуть. Потому что я так, наверное, вне стрима просто пройду. Опять же, когда будет время своего. Так. Автостоянка отеля. Ни вкусняшек, что-то ничего не валяется. По заданию, что там у нас вообще? Захватите Джокера, проникните в отель. Но Джокера вряд ли, мне кажется. Мистер Брюс, Джокер захватил зал Готэм Ройал. Он тут, а спецназ у него на побегушках не подпускает Гордона и журналистов. А Брэндон не понимает, что работает не с черной маской. Наверное, поймет, когда я арестую Джокера. Да Джокера он в конце стопудово только арестует. У него сейчас пока мощей не хватит. Ну, плюс Джокер какими-нибудь подъебочками отмажется. Ну, там какая-то хрень. Сейчас давай залезем. Тут любопытство вообще не повредит. Дьявол в мелочах. О, что-то можно открыть. Давай. Если разрешат. Так, тихо. Автоавария. И чё, и чё? Вот. Блок Дагда. Тоже нормально. Два косаря лишних не валяется. Икспы. Здорово, ребят. Долго, блядь, вставать-то будете, как не валяшки. Все, наконец. Так. MR.toster. Купил отшелушивающую маску для ног. Одел. Это попец, друзья, товарищи, как в детстве, будто полные сапоги воды мерзко, конечно. Типа тебе надо, чтобы отшелушить ноги, надо сначала их размочить, типа того. Это так работает? Блять, так порвались уже, что там они у меня автоматически ноги отмокают на работе. MR.toster. Ноги уже распарил, вот теперь час сидеть.
А зачем тебе это вообще? У тебя какая-то проблема с ногами? Блять, как он мне вырвал, да, с полета и ебанул? Ты заебал, дурак. Короче, что-то дохуя. Я, походу, сейчас опиздюлить просто. NR.TOST. Это у тебя фетиш, что ли, такой? Ноги отпаривай. Блять, там один волыну схватил. Да ёпту. И последним мне ёбнул с ноги по щеке. Ай. I was hoping you'd at least live long enough to see what I've got planned for this place. Пришел я тут недавно на склад спецодежды. Ну, принес боты, нам же надо задавать все это дело. Форму там и так далее. Она говорит, 42 размера нету, чувак. Жди, пока привоз не будет. Как в магазине, блядь. Я говорю, сколько ждать-то? Ну, говорит, месяца два, наверное, не раньше. Вот так, окей. Вместо сентября мне придется ботинки в декабре получать. Заебись, чё, думаю. Шикарно. Сейчас на улице у нас плюс 5, все тает, а мне придется в зимних ботинках работать. Чтобы ноги не сырые были. Иначе, блядь, опять заболею. Можно, конечно, типа как вариант через мастера Акса ставить, чтобы они другие мне выдали. Но мне кажется, пока это все дело рассосется, и уже декабрь наступит. Я столько лет то ли не хотел, то ли сил не было, то ли у точка, точка, точка и краткое забивала, а теперь хочу. А тебе это поможет вообще? Вот мне чё вопрос. Я вот сейчас не особо в эту всю херню косметическую просто верю. Иногда это таким фейком бывает. Блять, один с волыной, надо выбивать. А ёб твою. Блять, пиздишь одного, второй въебало дает. Все по чуть-чуть, нахуй, у тебя здоровья нет. MR.TOST. Не знаю, проверим. У меня вот на работе, блять, ноги запороты, кожа на ногах имеется в виду. Она просто уебалась уже столько лет в этих колодках работать. Я сейчас опять отстынул нахуй. Да вы заебали. Народу до хера я не успеваю всех замочить. Они тебя вокруг, ну, окружают тебя, и каждый, блядь, ты одного пиздишь, тебе два въебало дают. Ну как так-то? Короче, вот обратился к дерматологу с ногами, говорю, так и так, работа не позволяет, типа, в сухих, в сухой обуви ходить. А говорит, ну, тогда вам, наверное, поможет мазь, бля, как же она? Короче, она этим, зубной пастой отдает. А когда намазываешь, она немного на скраб похожа. Забыл название. Вот она мне эту херню прописала. И типа этот, как он говорит, если ноги типа часто во влажности, то попробуй их, типа, говорит, позапаривай в этом корадуло. Она типа хорошо сушит. И будет тебе счастье. Ну, в итоге мне это нихера не помогло. Вот мазь от этого прикольная. Сухой нос, значит болен. Короче, мазь прикольная, как бы. Мать более-менее помогла. А кородуба мне только, блядь, ногти на ногах покрасила в коричневый цвет. Я как мудак ходил с коричневыми ногтями. Причем они очень долго отходили у меня. Блядь, надо контрить. MR.TOST. Вот и я о том же буду посмотреть. А то столько в воде. Ты сейчас даже в воде работаешь. Максло. Соль с содой помогает. Соль и сода? И что с этим делать?
только сода. MR.DOS. Покрасила ногти. Ржу не могу, Эмбер. MR.DOS. Я тоже подумал. Ну ща не так мало. Блять, тут осталось-то чуть-чуть, но ёпта. Два человека. Надеюсь, другие не прибегут. Да, все, добил. Вау. Так, а чё вот соль и сода? Чё с ними делать? И вообще какую функцию придает? Масло. Паришь ноги с солью и содой. Соль обычный с магазина или можно морскую, если тестит. Угу. А какая пропорция? Чё там? Ведро этой соли, ложка? Ну я так понял, то что в горячую воду. Сколько-то соли, сколько-то этой какого, сколько-то соды. И ноги туда опускаешь и добро. Где-то что-то открылось. Ага. Вот тут. Ебать, Трюхи, надо бы тарангом шораны. Все. Ну, скорее всего, наверху. Что-то изменилось. Нет. Грамм по 100. Просто покрывает вода ноги до щиколоток. Минут 20 сидишь и все. Сотня грамм, короче, типа соли. Сотня соды. В горячей воде растворяет более-менее, короче, и минут на 20. Окей, надо попробовать. Макс Лонг, есть ли проблемы с ногами, грибок или еще что-то? Нет, все ничего отпускает. Такого. Не, ни грибка, ничего такого. Просто хуёвая коза. Иногда они болят, они часто в воде, потому что часто сырые ноги. Ты их моешь, блядь, минут через 20 могут вонять начать. Такая хуйня. Это кожа просто наёбнута. Макс Лонг, от любой херни помогает. Ок, я понял. Бля, вспомнилась такая тема, мне однажды с этого, с озера Баскунчак. Годы работы в воде. Даже десятилетия я бы уточнил. 13 лет, блядь, ебашим, и все этот какого. Ну, в резинках, потому что пизда ногам сразу же будет. Вот-вот, это дрожжевые бактерии. В резинках не вариант работать, ногам будет сразу же пиздец. А этот какого? Ботинки, они часто рвутся просто. И ты работаешь в основном, блядь, в сырых ногах. Сырыми ногами, точнее. А где это за лупа? Вот это. Все, открыли. Открыли ворот. Так вот, вспомнилась такая тема. Мне однажды с озера Баскунчак привезли соль морскую. Она так пихтой клёво воняла вообще. Тостер. Клуб за 30. Что они еще могут обсуждать? Да, да. Кто последний в пятый педучасток, блядь? Бухло и докторов. Коля, пенсия, уже пиздец. Состояние. Личность неизвестна, состояние скончался. В смысле, дверь скончалась? Опять теперь это уже лифт. Что-то у меня оракул, точнее этот, как его.
сенсор, блядь, переобувается в воздухе. То это лифт, то это личность. Максло. Ну, по мне, так это две. Петки. Да. Не, у меня с простатой все норм. А вот ногам, да, не спорю, ногам пиздец. Запускаем генератор. Сэр, вы знаете, где именно в отеле находится Джокер? Нет, а что? Ну, кажется, в фойе есть комната охраны. Вы можете найти его по камерам слежения? Да, попробую. Проникните в помещение охраны. Тут достаточно взрывчатки, чтобы снести все здание. Интересно, какие еще сюрпризы меня поджидают? О! Нычка. Бегите сюда. Хватит его. Понятно. Опять. Гасимся. Гасимся, торчим наверху. Сколько у нас гаргулей? О, пизда. Давай тогда на ощупь действовать, чё? Вот так вот. Оп. Ну вот этого мы стопудово сейчас повесим. Так, далее. Удар в планировании, не варик. Надо, чтобы атака сверху была. Хотя бы. Бля, где глушилка? Так я так и не понял. То ли на чуваке висит? Да, на чуваке. Пиздика какой. Один тут уже с этим, как у вас, с очками шароебится. Так что пошел он нахуй, он меня не увидит вообще. Дар в планировании. Я гаргулия. Прям в очках его и утащил. А то чё? Второй висит. А того чё? А, нет, я думал, они его сняли уже. Атака сверху? Ну, подождем, может быть, захватить его могут. Ну, давай, смелее, давай ко мне сюда, иди. О, норм. Вот эти ребята попроще, чем дедшот. Так, нет, торопимся. Давай-ка сюда. Атака сверху не пойдет. От этого гомика вы, блядь, с глушилкой ебануть. Ну ладно. Четыре человека, он пятый, короче, будет, да? А давай, наверное, так и сделаем, чё? Мы его сейчас с глушилкой и ебнем к чонку, шароебится. Сацал. В ебучку. Все, и спрятались. Я сама ночь. Во-во-во. Сейчас мы подождем. Может быть. Может быть, кто-то сюда поближе ко мне подойдет. О, решающий удар есть. Ну тут много народу. Вот мы за этим проследим сейчас. Кстати, в Arkham City вспомнилось то, что там был двойной решающий удар. Ты прям можешь их пачками ебашить прямо с этих решеток. Оп. И прятаемся. Ку-ку. Ждем. Они тут что, все в очках, что ли, теперь? Нет, вот эти два точно без очков. Вот это будет следующий. Иди сюда. Уху.
Он меня, походу, спалил, да? Они потому что могут заглядывать в эти решетки и там меня видеть. У них тут братская могила, короче, походу, сейчас будет. Да, почему бы нет? Второй меня не увидит. Ну и тут уже. Надо попасть в комнату охраны и найти Джокера. Да не вопрос. Короче, походу от миссии зависит. Типа побочка будет сложнее. Плюс там еще босс шароебился. Если у тебя стандартная рядовая сюжетная кампания, ну, миссия сюжетная, то она будет попроще. Так, куда идти-то? Возможно, тут и был резон, кстати, спуститься с этой горгульей вниз башкой и попробовать их так потискать. Ну, хотя для меня, по-моему, разницы вообще никакой. Только вниз башкой, только вид хуже. Комната охраны, да. Ну, наверное, это здесь. Единственная решетка, которую я видел. Не, ни хера. Куда идти? Чё надо-то от меня? Я не понимаю. Комната охраны. Ну а где эта комната охраны? Я чё, посуд, что ли? Нет. Надо попасть в комнату охраны, найти Джокер. А где она? Давай все двери дергать. Так, это с одной решетки ты заходишь, то с другой выходишь. Я понял. Решетка ни при чем. Это просто стены декорации, короче. Это гавриков таскать. Я понял. Тоже сквозная решетка. Вот можно быть. Ну точно. Чё? Я шпион. Кто хуйню пишет? Друзья убийцы, добро пожаловать на наше первое квартальное собрание. Как мы это видим тут, план по смертям Бэтмена недовыполнен. Это Джокер в маске. Нам надо срочно это исправить. Space Invaders. Под нами я подразумеваю вас. Бэйн. Поняли, мистер Шокер? Да кто ты такой, чучело? Я человек с деньгами. И пушкой. Так что если я нанимаю вас убить Бэтмена, вы должны заткнуться и убить Бэтмена. Кто-нибудь еще хочет высказаться? Кажется, нет. Серьезно? Они очень бездарно соки расслили. Там этот какого мотылек прикольный стоял. Такой, по-моему, был в черепашках ниндзя. Изумительный фруктовый кекс. О, он там сзади стоит. Мотылек какой-то. Кто-нибудь хочет кусочек? Все, объявляю собрание закрытым. Идите и убейте Бэтса. Шевелись, здоровяк.
Нет. Теперь он придет за тобой. Тогда он придет, я его убью. Ты ждешь? О, как будет интересно. А кто еще в комнате находился? Бэйн, Шокер, Мотылек и еще какой-то хер там сзади, его вообще не показали. Но, наверное, очень важно. На том лифте можно подняться до крыши, тогда я смогу выбраться. Может быть, перчатки электрошокера смогут запитать эту платформу. О! Шокера мы обобрали, значит. И у нас теперь новый этот, новый гаджет. Шоковые перчатки. Генераторы, которые включают. Интересно, а он в ебучке может ими бить? Было бы неплохо. Ну, типа, быстрее толпу можно разматывать. Карты испытания, разведка, ну, всякая дичь, короче. Так, смотрим вообще, как отсюда выйти-то? MR.Toaster. А почему он постоянно на карачках дверь взламывает? Ему надо на карты садиться. Ну, не знаю, гопник, наверное. Так, может, удобно. Как выйти-то, блядь? Так, на R. Я не врубаю, где выход. Вот. Самый низ. Самый низ. А я там. А я на втором этаже. Так, откуда-то отсюда можно выбраться. Ну-ка карту. Да, заебись. Элвис хочет покинуть здание. Как это сделать? Он что-то... А, подожди, во-во-во. Сейчас вот они учатся. Учат меня. Как этим говном пользоваться? Завал. 6-5 Бен, думаю. 6-3 докладывает, что видели Бэтмена. Отлично, а что насчет Гордона? Его не видно, он не знает, что тут происходит. Хорошо, будьте готовы действовать, когда я приду. Если я не появлюсь через 5 минут, подождите еще. Так, ну чё, все, хорош. Эй. В смысле, он что, не может выпрыгнуть, что ли? О, мудак. Ебать. Ты что я тут делаю? Мне на самый верх, что ли, отсюда прям? Бля, ну раз ведут, давай сходим, посмотрим, что там есть. Вам удалось найти Джокера, сэр? Да, он в пентхаусе. Я гляжу, мой совет сработал в который раз. Еще нет, добраться до него будет трудно. Лифты отключены, везде люди Джокера. Ну, я не сомневаюсь, что вы проберетесь. Сейчас мы, блядь, проберемся. Подкатик на жопе. Не, он током их вообще не бьет. Такие же стандартные удары. Какие-то гаджеты в ход пошли. По мере прокачки более разнообразнее у тебя боевка становится. Не так, чтобы очень, но кто-то где-то, знаешь, можно оружие выдрать у кого-нибудь. Где-то бутарангом долбануть, куда-то там, допустим, дымовуху бахнуть. Чуть-чуть разнообразие добавляется, видимо, чтобы люди совсем не заскучали. Гляди-ка, кто вылез с чердака, знаешь, для ужина поздновато. Можешь радоваться, твой любезный дружок Бэйн отказался начинать пир без тебя. Видимо, он предпочитает холодные блюда.
И чё, и чё? А, весь. Вот, вот и вся информация. Заебись. Очень познавательно. Десятый этаж прачечный. Обычно прачечные, по-моему, если я не ошибаюсь, ставят где-то в подвале. Причем, судя по фильмакам, насколько я заметил, у них ни у кого в доме нету стиральной машины, как бы. Они либо шароебятся, ну, я имею в виду США, соответственно, США. Они либо ходят в прачечную. Тихо. Я успел прыгнуть. Они либо в прачечную ходят, либо у них в подвале стоит стиральная машина. Я, походу, недостаточно зарядил. Хуй доеду. Да, заряда не хватает. Но Джокера, пожалуйста, не надо. Давай, сейчас мы его. Вот так вот. Подожди, повисим, повисим. А ну, подходи по одному. Ну, им же любопытно, я же вижу то, что им интересно. Давай поближе. Ну, мужчины, вам же хочется посмотреть, что там происходит. Смелее. Не хотят подходить. Придется залезть и дать им в ебло. Оп. Падла, блядь, нож не схватила. Ножом и никуда опасен. Он тебе тупо три удара наносит и сшибает буквально за несколько подач и броню. Вот таким вот кисаком. Пожалуйста, не трогайте. Я не буду, я пришел помочь. Хорошо, хорошо, помогите, они взяли заложники моих друзей. Держат их в обзорном баре. Где это? Обзорный бар подвешен между что? Короче, где-то там подвешен. О. Ну, у них тут, я смотрю, развлечения всяческие были. Так, ну вот, да, вот эту штуку можно долбануть. Нет, правильно идут. О, вроде. По идее, все загадки, которые там, ну, всю карту можно зачистить, имея на руках все гаджеты. Так как у меня гаджетов пока еще два не достает, можно потом этим заняться. Итак, сравним. У тебя двое спасенных служащих, а у меня куда больше убитых. Я знаю, как все эти штучки соблазнительны, но держи себя в руках. Это не для тебя. Ладно, ладно, не расстраивайся. У меня тут для тебя особый подарочек. Он штаны, что ли, насрал? Обернутый в 1.5 центнера мяса. Обернутый подарочек в 1.5 центнера мяса. 150 килограмм. Это он про Бэйна говорит, ёпки. Чё ж думаю за подарочек-то такой? В корову, что ли, чё-то запихнул? Нет, это у нас Бэйн жирненький. На маковках отъелся. Как сейчас помню, в столовке. 100, рубль 50.
Потом подорожали, были, стали рубль 53 копейки за маковку. Мы их, блядь, под боссами скупали. Во были времена. Угу, тебя прям с разгона его в жопу. Влетает с двух ног. Бам. А, все что ли? Он приземлился уже мертвым. Так. Ну, сейчас потихонечку, помаленечку будем забираться на вот эти вот вышки. Ну да, тут даже еще прилично. Пока не дойдем до Бэйна. MR.toaster. До маковки божественная булка. Булки охуительные вообще. Да. Таких причем в магазах никто не делал. Кажется, застрелят тебя в итоге. Обманули, дурочка. Нет, блять. Не обманули вы, дурочка. Кто знал, то, что там эти пидоры заебенили турельку. Как это неудачно все сложилось для тебя. Конечно, для меня это все сплошное удовольствие. Даем порцию пиздячек очередной тройки игроков. Как там пиздюля на барабане. Бля, вот видите, когда они вдвоем встают рядом, и ничего ты с ними не сделаешь. Лупишь одного, второй пиздит. Не дает добивать. Ну-ка, вот так. В очко ему прям. Бля, опять глушить надо. Кстати, в школе у нас пиццы жрали только мажоры, потому что пицца, по-моему, в отличие от маковок, по-моему, рублей 7 у нас стоила. То ли 7,50, где-то так. Где сегодня взял этих ребят? Строят из себя крутых, а посади их что-то там, что-то там. Ну, он сейчас будет ходить, ты точнее будешь ходить, а он будет тебя подъебывать. Всячески. Ой, тут тоже прачка. Стиральные машинки стоят, написано вентиляционная шахта. Прачка была, по-моему, пару этажами ниже, но, правда, другое здание. Странно. Надо добраться до верха, это вентиляционная шахта. Не вопрос. Сейчас доберемся. С божьей помощью. Надо сигануть там, где вот этот выключатель, стопудово. Так, что нам это дает? Чё-то не зацепиться, подожди. Вот, еще дальше же можно лезть. Так, как при... А, угу. То есть, короче, он как Лара Крофт, а с уступа на уступ не прыгает. MR.toaster. Еще 15 минут и сниму к епеням эти сопли с ног. Держись. Александр Комендаров. Здорово, мэн. Держи напругу. Здорово, Тайт. Будем держать. Так, чтобы вот эту вот херню выключить, по идее, надо какую-то замораживалку. То есть, у меня еще пока этого оружия нету. Дернем рычажок какой. Я нажал, и сейчас сломалось. О, не туда. Ок, я не против. Тайсон, как нога-то, если еще не ушел? Пока все тут очевидно, я смотрю. Дернуть тут, прыгнуть там. Keep
А чё он не тащит его? Вот. Норм. Кстати, в этой части, вот я заметил, то что они бездарно слили, которые двух персонажей, которых они так охуительно показывали в трейлере заказных убийц, которые будут охотиться за Бэтменом. Они бездарно слили Крока, которого ты мочишь в самом начале. Он как-то вообще ни о чем просто. И этого, и Шокера. Шокера, ты сначала ему одну подачу в пиздак даешь, и потом просто его Джокер выкидывает с окна. Козел отпущения, короче, походу. Так, а почему мне не туда? А может быть мне туда? Что за хрень? Александр Комендаров. Все норм. Заживает потихоньку. Заходи после стрима. Мы с ящером по пиву решили вдарить. А, Тайсон, не получится мне с утра на работу. Я бы с удовольствием. Ящеру, кстати, привет. Так, надо как-то повиснуть на этом уступе. Да, и повисну. Думал, как-то можно повиснуть так, чтобы меня в эти зернова не закрутило. Вот, и так сойдет. Западная башня, 25 этаж, нихуя, а я даже не так давно вроде был на 19-м. Ебать тут морозы. Его что там сносит? Ну-ка. Ну да. Его ж, он аж загибается. Снега сколько нахуярило. Бля, пиздец будет, короче, уборщица. Она не обрадуется. Хоть бы окошки позакрывали. Потрясающе, с этим люксом в пентхаусе они постарались. В ванной три вида мыла. Но у кого есть время на мытье? Я обычно просто плюхаю в бак с кислотой и тем довольствуюсь. Долбоёб, кто в кислоте там моется? Тостер вон. Ноги отмокает. В этом, как там... Я забыл, в чем ты там ноги свои отпариваешь. И по ушам, и по яйцам. Вообще Бэтмен нечестно дерется. Пиздит и пиздит людей. Милота какая. Ах, вот ты какой северный олень. Так, ну нам надо еще даже на этаж выше. Можно с ним как-нибудь поприкалываться. Давай поглумимся. Ну-ка, в ячишке ему. Эх. Ну ладно, пусть трясется. Раз у него праздник. Танцевальный зал. Что это? Нравится, что я тут понатворил? Знаю, знаю, это немного чересчур. Ну что сказать? Иногда я бываю капельку маниакален. Ну да. Прикольно у вас. Free Admission Arcade. Заебище. Прям в отеле замутить. Наверное, дохуя бабок отдал. Так, чё, ну, давать же ранимо. Хуяк! И шарик лопнул. Давай все лопнем. Никаких праздников, только серьезная, расчетливая вечеринка. Когда уже впустим постоять? Не пойму только, зачем надо было на наш... Чё, блядь?
Я не успеваю, как ты на кандалаке пиздец. Мужчины, здрасте. Прям по уху мне пизданул битой. Ты дурак, блин. Ну, прикольно, когда он так летать начинает. Можно тут за всеми вот теперь. А когда не начинает, только вот, блядь, по ушам получаю битой. Вот, и палку забрал. Я его током пизданул, что ли? То есть у меня после какого-то определенного комбо перчатки срабатывают. Ну охуеть, не встать. А можно еще так? Перчатки рулят. Спросят, откуда я это взял? Ну, я выгодно прикупил заброшенный парк аттракционов. Видел бы ты лицо риэлтора, когда мы договорились все сделки. Оно убил стопудово. Юморист хует. Ре-ре-рем. Слушай, вот там вот можно было что-то зацепиться и куда-то проползти. Ладно. Пойдем в самое веселое место. И чё? Пацаны, как вам? Ну-ка, если выйти. Я не врубаю, что от меня требуется. Меня сейчас тоже тут поджарят. Ну да. Гадалки не ходи. Нахер полез. Похоже, мне надо искать нового товарища для игр. А ведь нам было так весело. Ну да. Я похохочем от души. Идет время. Четверо чуваков сидит на электрических стульях. Пролететь не получится. А, по-моему, через крышу надо ебать. Либо вот там. Вот это вот что-то такое. Скорее всего, они запитаны от одной. И это вот там. Давай попробуем. А чё, не достает? Да ладно, Семён Семёныч. Коготок-то коротковат. Ну-ка, здесь что-нибудь есть у вас? Бля, и с другой перспективы даже не посмотреть. О. Предохранители, пульт управления защитными воротами. Управляемый бэткоготь, может быть. Бэтаранг управляемый. Как вариант. Чуть левее надо. Вот как-то так. Хуюшки. Так. Что требуется-то от меня? Тихо. Там где-то прям метка мелькнула на секунду, что можно крюком зацепиться. Не то. Да ебаный ты, поголай, тихо. Вот опять. Она где-то цепляет, но непонятно точно где. Так, стой. Смотрим наверх. Где-то вот тут она срабатывала. Главное не замереть и даже не пердеть. Ну. Ой. Ну, блядь, ну где-то рядом. Бэтмен, блядь. Заебал. Короче. Давай обратно зайдем. О! Раз. Два. Стой. На восьмерку. Бегом.
вот сюда и полетели. Да, тихо, блядь, не туда вообще. Короче, да, надо так обходить. Два выстрела, тянешь трос, потом куда-то туда надо. Вот эта хрень взрывается вообще. Ну, значит, мы ее взорвем сейчас. Блять, если он не затупит. Проблема с взрывами. Он сейчас, блядь, по-идиотски будет просто наблюдать за этим говном. Во. Так, и ломаем. Ебать, все гаджеты, наверное, использовал, которые есть. Тихо. Во, умник Бэтс. Пароль отвернул, заебись. Крутим дальше. Осушенный тоже не работает. Тук-тук-тук. Ну технически ты жульничал. Ну то, что, ну что тут скажешь? Я питаю слабость к жуликам. Это браво. Браво, Бэтмен. Я так понимаю, меня тащат на арену куда-то к Джокеру, походу. Все, электричество кончилось, значит мне туда. Вот куда-то вот туда. Это энигмовская загадка. Ее надо... О, слушай, меня достает. Казартан, блядь. Ну, конечно. Козырек. Тоже нет. Сюрприз, пароль. Здрасте. Кстати, у меня там этих, как его, нету еще прокачки-то. Ну слушай, все в принципе на 20% только прошел. Чик-чик, куда ни тыкни. Везде среднячок, даже половины нету. Игра обещает быть томной. Ха, как же, а сюда нет выхода. Придется тебе подождать там, где ты есть, пока я не начну пускать постояльцев через полосу препятствий. То-то визгу будет. Все, пропизделся. Ну, допустим. А куда он полетит вообще? Куда этому батарангу лететь надо? Понятно. Через электрическое поле активировать блок предохранителей. Куда летим-то вообще, вы хоть объясните. Просто здоровенное помещение, а куда его швырять-то, этот батаранг? Может туда куда?
О. Бардгамер, всем привет. Там что-то есть. Здорово, Бардгамер. Что-то вот в этой вот, короче, закутке в этом есть. Мой лайк уже на месте. Сейчас надо повнимательнее посмотреть. Либо сюда, либо надо еще искать. Или выключатель должен быть какой. Или предохранитель, хер его знает. Мало времени. На... Блять, понятно. Там вроде кнопка какая-то. Не попал. Скорее всего, надо его, значит, в полете еще развернуть возле двери прям. Да, такое себе. Так, ну раз там же... Там, мне кажется, внутри тоже ничего нет. Ладно, давай поворачиваем. Да пиздец, долетался. Да, ёп, да, пиздец. Это беда. Надеюсь, я хоть целюсь туда. Потому что тут что-то как-то других выходов я не вижу. Тут вообще на улицу улетает. Давай вот сюда еще, пусть полетит. Блять. Тут, по-моему, вообще не вариант. Куда он долго не летает. Ну ладно, давай тогда пытаться вот сюда вот его запулить. Тут у нас просто арена. Ну да, тут ничего такого интересного. Ладно, давай на это. Почему тут такое, блять, мудацкое управление? Был бы на геймпаде, вообще бы заебался по-любому. Почему тут такое мудацкое управление с инверсией? Эй! Ай, блядь! Ай, блядь! Шерс! Подожди, подожди, там еще двери какие-то. Может, двери прям пизданы там. Хотя вряд ли. Бардгамер, бета-ранги то хоть бесконечные. Да, и слава богу, бесплатные. Я думаю, Ubisoft бы за подобную игрушку бы запросили, наверное, денег. Ну, типа, хочешь бета-рангами попользоваться, плати 2000. Блять, не то. Долго мы там говно швыряться были. Надо, чтобы он попал, долетел до, получается, до края комнаты, вот той, развернулся и долбанул в кнопку. Бардгамер, ну хорошо, что бесконечные, а то я уж боюсь, как бы не закончились.
А я уже не боюсь. Давай скорее. Пизду. Долго летит он через эту комнату. Тихо, тихо, тихо. Блять. Тихо, бля, ну просто тебя разворачивает нахуй вообще в другую сторону. И ты уже, блядь, вообще в душе не имеешь, куда он летит. Заебали эти бутаранги. Может сюда куда? Нет. Это типа вообще декорация. Вот эта вот точка, это куда он, этот бутаранг, где я приземлиться. Вот. Ты не успеваешь. Просто даже нацелиться не успеваешь. Блять, может какой-то другой ракурс есть, я не знаю, а? Да нет. MR.Toast. Больше дугу давай. Ну, давай попробуем. Максло. Прикольная игра и геймплей веселый. Ну это... Почти, я ж попал, ёб твою мать. Ну да, слушай, когда дугу побольше ему даешь, у тебя есть варик, короче, чтобы он развернулся хорошо. Блять. Я забутарангил диван. Ссылка, стен. Привет. Бердгамер, Макс Лонг. Привет. Так, давай, по чуть. Да, блять, что? Он же выше летел, ну как так-то? MR.Toast. Иван, здрасте. Какая-то ёбань вообще. Макс Лок. Так, замедляем эту залупу. Да, блять, он... Он попадает в шторы, как будто в стену, нахуй. Выше. Медленнее. И-и-и-и-и. Я попал. Блять, может не туда просто? Я сейчас точно в кнопку попал. Ну-ка. Проникните в пентхаус и все. Бердгамер, ты ж попал вроде. Тогда он по идее уже должен сработать. Какая-то хуета. Я не понимаю, в чем дело. Сюда явно никак. Ну-ка. Он не достает.
тупануться не может. Может и правда, я просто зря эти батаранги сейчас швырял. Может, типа не туда? Блять, ну тут вообще откуда? Стой. Пульт управления защитными воротами. Что там у нас? Деструктор, по-моему, да? Это хрень называется. MR.toaster. Нет. Я аж от волнения три мандарики скуфал, пока ты батаранги кидал. Кстати, да, надо будет тоже мандаринов пожрать. Заебись тема. Я тут недавно прикольный купил. Там было конкретно написано, типа, метнуть бета-ранг. Но нахуя и куда его швырять? Нет. Прямо по центру экрана было написано. Бета-ранг. Такая-то кнопка. Бардгамер, а мне скоро пицца придет. Пицца это ништяк. Так, с чем пиццу заказал? Я обычно беру, типа, что-то морская, там, салями. Нет, не сюда. Да, тут вообще стена невидимая просто. Может, в этот патефон сраный надо долбануть, я не знаю. Или что это такое? Да вы издеваетесь, блядь. Пиздос. Так, заряженный батаранг. Мы швыряем. Куда? Если он заряженный, то надо где-то искать, по идее, такую коробочку с предохранителем. Но коробочку это не... Стой. MR.toaster. Ну все, остатки мандаринок, держитесь, папочка идет. Ты будешь их уничтожать? Блять. Я стою. Бардгамер, Пепперми, Супримый Монти Бьянка. Последние два слова я вообще не понял. Что такое Суприм и Монти Бьянко, я не знаю. Объясни, если не сложно. Стою, блядь, швыряю эти батаранги. Вот надо, чтобы он залетел вот в этот глаз, а чтобы вот в этот, сука, вылетел. И вот она, вот он предохранитель. Мать его, ублюдки, блядь. Это пиздец. Вот так вот. Берешь чик, разворачиваешь. Чтобы он, мать... тихо, вот сюда Бардгамер вот улетел. Там акция была 2-1, и вот все. Так бы одну заказали. Какие мы находчивые, а ну играй честно, не заставляй меня отнять у тебя поясок. Если что. Ну, я не знаю, что такое хайтацу. Или хайтацу. Я не в курсе, что это. Видимо, я так понимаю, у вас какая-то пиццерия так называется. Кстати, почем? Почем у вас пиццура-то нынче? У нас рублей около 400. 350-400 стандартная цена в пицце. Бардгамер, кресло. А эту игру я называю Джокер говорит. И сейчас. Джокер говорит, заставь этого беднягу визжать до потери голоса. Если я попробую вытащить его, его ударит током. Мне придется играть по этим правилам. Придется и мог прорыгать национальный гимн. У меня вот никогда не получалось. А этот джентльмен утверждает, что мог. Давай смеха ради посмотрим, как он это делает под током. Бардгамер, пиццы у нас 500 в среднем. Но у нас дешевле получается. У нас вот, по-моему, даже вообще... Вся пицца в городе, которую можно купить, Бардгамер, не дороже пятихатки. Состав. Ветчина, зелень, сыр, моцарелла. Стандартный принцип.
Почему это Supreme называется? По-моему, зелень и моцареллу чаще всего добавляют. Барт Гаммер. Монтебьянко состав. Маслины, помидоры, салями, сладкий перец, сыр моцарелла, сырные колбаски, шампиньоны. Короче, у тебя там на пицце, по-моему, блядь, тебе пирог, походу, приедет. Сырный пирог с этим, с колбасой. Все вместе там будет. Короче, понятно. Стандартная мясная пицца с сыром. И немного, что там, маслин. Да, колбаса, перец, маслины. Ну, по идее, у нас такая пицца называется ракольта. Ну, похер, в принципе, как они называются. Главное, что состав, блядь, один и тот же, только названия разные. У нас такая стоит, по-моему, если я не ошибаюсь, что-то 390 или 430. Что-то как-то вот так вот, по-моему. Дороже пятихатки в городе пиццы не найти. Но единственное, ты можешь за доставку подольше. Да. Единственное, что за доставку ты в город, ну, за доставку домой, может быть, там рублей еще 150 сверху заплатишь. Тогда она уже у тебя пицца выходит, ну, примерно 500 с чем-то рублей. Зато привозят прикольную, как бы горячую, можно не ходить никуда. Чую, как мышиные мозги плавятся. О, а это моя любимая. Напоминает... А ты где живешь, если не секрет? Мурманская область. О, это моя любимая. Напоминает мне о детстве. Вкус сладкого попкорна, поскрипывание аттракционов, вонь мертвых бродяг под насилом. О, золотые деньги. Барт Гаммер, у нас тоже горячую привозят. Да, холодную пиццу вообще жрать невозможно. А Смоленск это какая область? Барт Гаммер, а я в Смоленске. Угу. Надо последовательность. Почему он сразу лопает их? Третья. Ага. Причем он сразу же стреляет только по шарам. Барт Гаммер. Согласен, вообще не люблю холодную еду, ну кроме мороженого. Смоленск это какая область? А чё, всё? Нет, не всё. Угу, я понял последовательность. Так, давай попробуем управляемым батарангом. Первое. А потом Барт Гаммер. Вот так. Смоленск это Смоленская область, рядом с Москвой. От Смоленска до Москвы 4-6 часов. Это район, короче, примерно 500 километров. Ну, от моего города до Мурманска примерно 500 километров. Я понял. Бля, когда ты хорошо знал карту географии Российская, мать его, федерации. Я в 9 классе экзаменом географию сдавал. Нас заставляли все это дело учить, области и так далее. И я проебал последовательность шаров. Нет. Первый. Второй. MR.TOSTER. 300 километров у нас до Мурика. Ну, пусть 300, не, больше, чем 300. Первый. Второй. Третий.
четвертый. Бергамер, у меня Катамурик зовут. Бергамер, а кошку Мурка. Ну, у нас тут некоторые называют Мурманск Муриком. А над чем их нужно поработать? Так это над чувством юмора. Ты сегодня ни разу не улыбнулся. А ведь знаешь, как говорится, улыбайся и смерть отступит. Сейчас, короче, будем идти по этим рельсам и потихонечку выполнять разного рода задания. А куда идти-то? Вот, наверное, туда, к этим ребятам надо ехать. Ну, пойдем. Здрасте. Мне кто-то тут же сходу в ухо дал. Ну, хрена. Блядь. Короче, вот этот чувак мудацкий. Бергамер, а ты эту игру проходил уже? Нет. Проходил другие части все. Кроме вот этой. Почему-то я ее начинал раза 3 или 4 и забрасывал. Первого знает. Нет. Не доводилось, короче. Чувствую себя обманутым, что-то, блин, я не могу одновременно этого клоуна мочить и субтитры читать. Все, что ли? Бергамер, понятно. Ну, она, в принципе, ничем особо не отличается от Arkham City. Они вот с Arkham City очень похожи прям. Так, и чё, куда мне идти? Да, наверное, вот туда, куда я батаранг этот странный швырял. Ну, точно. Активировать чертика в коробке. Знаешь, удивительно, что удается сделать, когда не стесняешь себя мыслями о правильном и неправильном. Когда просто делаешь что-то, чтобы посмеяться. В этом твоя беда, Бэтмен. И это тебе мешает, ты слишком серьезен. Ну так-то да. Он, наверное, слишком обижен. На жизнь. Итак, ты прошел мой маленький парк аттракционов. К сожалению, к этому моменту тебе уже полагалось загнуться. Извини, сейчас схожу за целью архитектора. А разве не положено было мне, допустим, с боссом каким-то побиться? Так, вот это что такое? Боевая броня 4.0. 25% стойкости костюма Бэтмена к прямым атакам в ближнем бою, итого соточка. Почему бы и нет? Правильно выбрав момент контратаки, можно нанести критический удар, принижающий врагу удвоенный урон и каждый раз увеличивающий значение счетчика комбинации на 2. Чтобы критический контрудар сработал, надо находиться в режиме непрерывного боя. Ну попробуем еще. Я, конечно, не волшебник, но пиздюлей дать могу. Засчитали хоть прокачку? Да. Все, норм. Чувак с баллоном в обнимку. Юмористы. Смотритель отеля, короче, говорит, пожалуйста, не надо, пошли назад в бар. Что вам надо? Я бы мог просто прибить тебя, но босс любит играть головоломки с брызгами на полу. Давай, двигайся. Решил он тут моего камердинера замочить. Кто ты? Я пришел помочь. Их больше, и у них заложники. Они заставляют их? Не волнуйся, я заберу для них прежде чем что-то.
приятного аппетита. Короче, помогите остальным, прошу скорее. Ясно, все плохо. Мы в дерьме. Надо туда. Бес, не показывается, может, значит, что там, лохов этих. Короче, такое тебе стратегическое. Вот. Спасибо. Такое себе удовольствие стратегически важные решения принимать одновременно с тем, что ты читаешь субтитры. Так. Надеюсь, их не поебают. Давай. И как? Да не туда. Блять, он меня заловил. Табуретки похватали. Ну, пиздец, я тоже, конечно, в ахуе с этих террористов. Заложников похватали, а у них в вооружении просто здоровенный чувак и пару ножей. Табуреток еще нет. А что это мне помогает? Какой это радость. Тихо, ну, блядь. Поставь меня на место. На место, говорю. Чё-то хер знает, чё я там качал. Иди сюда. Да. Два удара на холодный. Погоди, надо соковые перчатки включить. О, как его сразу, да, пробрало. Норм. А всегда, может быть, можно так включать? Заложники безопасности, надо подпишить в пентхаус и остановить Джокера. Ну, не знаю. Мне кажется, то, что мы явно не за Джокером идем. Не может Джокер у меня быть на 20% игры. Давай, удачи. Но не может же, правда, Джокер быть на 20% игры. Но это не так работает. Бергамер, спасибо за стрим. Пожалуйста. Бергамер, удачи и здоровья всем. Да, аналогично. Тебе тоже здоровья. Главное, не болейте. То есть он еще выше. Пиздец. А на самолете нельзя было сюда забраться? О, я чуть-чуть не так упал. Вызвал бы Альфреду, сказал: Альфред, такие дела. Нужно сам Зик, нужно долететь. Я не вывожу. И сдавать далеко. О, сюда можно. Сейчас опять будем 10 лет подниматься. 28 этаж. Да. Миссия, короче, блин, длинноватая. Никогда не видел ничего подобного. А тут заминировано все к херам. Через люстру. Бомба установлена на 31 декабря. Пожалуй, я смогу обезвредить их шифровальным секвенсором. У меня типа 7 дней. Ой, ты нашел моих снегобомбовиков. Ну да, нашел. Да ну, не... Будет не очень, если они просто взломаются и все. Вокруг город. С Новым годом, наверное. Да. И чё? Да, я думаю, надо уходить. Что, не мог подождать до Нового года? Рановато для фейерверков. Ага. Куда надо валить? Какое в окно-то, блядь, прыгай. Прыгнуть в окно, а в какое? Сейчас все взлетит нас.
Как грустно. Как грустно. Бомба взорвалась. Действуйте быстрее, чтобы успеть раньше, чем течет время. Он почему-то не вылетает в это окошко. А, надо удерживать. Это можно пропустить? Так, внимательно. Окно тут я вижу только одно. Других окон нету. Вот эту херню точно с обратной стороны не открыть. И как бы все. Вот таким образом я всегда выбивал окна. Так, давай так попробуем. Нет, он его даже как объект не видит, чтобы гель нанести. Да, он чисто на полу рисует свое говно и все. И не взрывается. Окей. О, нихуя, как я быстро подобрал. Вот, теперь получилось. Где? Ладно. Че, все заново? Блять. Вы серьезно? Не, подожди. Засчитали вроде. Засчитали вроде разбитое окно, потому что я там видел. Ну-ка давай проверим. Может, на вертолет надо запрыгнуть? Иди-ка сюда. Без меня это все взорваться не хотелось. Таймер так и шел. Вики Бейл, скоро, что мы снимаем? Да, мы в эфире. Вики Бейл ведет прямой репортаж из отеля Gotham City Royal, где только что прогремел мощный взрыв. А это кажется Бэтмен. Его снесло со здания взрывом. И он каким-то образом зацепился за наш вертолет. Но что это? На балконе собралось несколько человек. А, это да-да-да-да. А, ну надо спрыгнуть, они все меня ждут. Причем я ему сейчас управляю. Видно, не очень хорошо. Да, вертолет подбили вас. Решил вырубиться. О-о-о, перчаточки, перчаточки в ход пошли. Сейчас будем норм навешивать. О, перчатками куда шустрее дело пошло. Главное камбурик не сбивать и будет норм. Чувака прилетело. Да. Я не могу все время перчатками пользоваться. Блять, вы сдохнете, нет? Чувака прилетела Кирова гора Батаранга. И он просто встал и поднял палку. Да, блять. Последняя подача. Ну-ну-ну. Вообще не удобно. Ни один, блять. Ну их осталось там два штуки, блин. Суки. Опять их долбить. Oh, we so much fun too.
seen him do tonight? He's on his way to becoming a household name. You saw it here tonight. It was Batman on live television. This is Vicki Vale signing off. A Joker will fall under Bane's power. They fight like drunken idiotas. The clown man. That's the best you can do. Ну я сейчас хоть посмотрю, их размотаю. Давай, давай, давай. Не сбиваю комбо. Все, все разлетели. О, можно вот так вот? Нет, не можно. Еще прибежать. Тихо, не того, не того. Блять, подкрался. Да ёпта, я даже хуй знает за кого. На кого агрится-то, блин? Тихо. Вот так. А этот потихонечку подкрадывается, пока ты одного мудохаешь. И ёбает тебе по башке. Да, блядь, ты задолбал. Ну, брось палку. Ну все, вроде. Кончились, ребят? Да. Опять про них здесь пентхаус. Это еще все то же самое задание, что ли, идет? А мы все до пентхауса идем. Восточная башня, 40-й этаж. Сейчас уже нет смысла как бы назад поворачивать, другими делами заниматься. Да, слышал о новостях о взрыве в Готэм Ройал. Кто-то с постояльцами. Нет. Сэр, вы в порядке? Ваш голос... В порядке, Альфред. Я раньше имел дело с психами, но этот... Сэр, настоятельно советую вызвать капитана Гордона. Он был бы для вас ценным союзником. Мне не нужны союзники. Горделивый Бэтмен. Но потом, в следующих играх, он сразу же будет рад всем любым сотрудничеством. Лишь бы свою жопу мышиную прикрыть хоть кем-то. Это пока он еще юный и выебывается. Понятно. Я только вижу горгулью, сразу можно залезать, и будет дело стелса. Давайте, наверное, прервемся. 3 минутки. Сейчас подойду.
также пишет на ней правую кнопку мыши. Контакт. Продолжаем. Так, от этого можно? Нет, не можно. Тут народу до хрена всем. Да, 6 человек. По-моему, вот этот вот туда идет. Что, только удар в планировании и все? Ну давай. Удар так удар. Сразу валим. Меня жестко спалили. Тут, наверное, не вариант особо их сверху таскать. Вот. А что не получилось-то? Захват с высоты почему-то не было. Может, спрейка на спинаю? Как дураки, блядь, бегают друг за другом в одной толпе. А чё пикает? Такое ощущение, что заминировали гаргулей. Да, они гаргули разбивают. Блядь, куда я приземлился вообще? Ну, текстуры какие-то. И такое хуйня какая-то. Давай заныкаемся тут. Отсюда такой маленький коридорчик и все. Да. Ну давай тогда обратно вернемся, где сидел, если еще не все разбили. Ну, пока он. Ах ты падла! Тут и мины еще. Зашибись. Мины сносят до хера. Короче, все заминировано. Они еще горгули рушат. А их четверо по-прежнему. Странно. Да, все расхерачили горгули, одна осталась. Печалька. Здоровья тоже немного. Ну вот этого сейчас попробую в планировании долбануть. Нет. А не близко. Слишком близко. Мне почти заводчили меня. О, иди-ка сюда. How dare he do this to us?
Ну ты долго его осматривать будешь, поближе ко мне подойди. Бля, там второй палец сразу. Такое себе. Вообще не двигается. Давай подальше отойдем. Может разглючит его? Аккуратненько гнет ножкой прутики размером с руку нахуй. Так, попробуем вот этого. Раз он стоит. Мин тут, блять, ну мина есть. Убежал. Давай так. Долго, долго отставляет анимация, долго этой. Пока он, блядь, решеточку откроет, пока отставит. Где они вообще? Угу. Давай, попробуем порискнуть. Сейчас вот этого заюзаем поближе, который. Хотя, блин, они тут вдвоем ходят. Ну-ка. Че, они подразойдутся? Давай так. Блять, куда ты полез вообще? Ну норм, мне просто повезло, короче. 6-4, Берден, я на месте возле Ройал. Он движется к пентхаусу, чтобы встретиться с Сионисом. Хорошо, когда отпустится, мы будем готовы, замените позиции. Он туповато в конце, на последнем себя повел. Запросто он бы мог меня завалить. Вот это что за штуки такие? Ладно, пусть живет. Надеюсь, не куда-то сюда. Не, подожди, я отсюда пришел. Узнаю местность. Да-да. Может это лифт какой-то? Бля, тихо, сенсорная мина. То есть, короче, он делает всякие свои штучки, а в воде плавать вообще не умеет. Типа мыши не плавают, не камильфо. А куда идти-то вообще? Че надо? Тут решетки просто. Дверей вообще нет. Тихо, тихо, сейчас я бы подорвался. Давай-ка мы вот это дело поправим. Охерас, она ее не видит. Может она отключена просто. Так и че, куда мне? Что-то по центру надо сделать. Может быть, ниже надо спуститься? Да, вот мы, вот они двери. Ломаем.
Пощади же нас не работает. Приводнение. Странно, так спокойненько он возьмет и доберется на лифте. Вот и бей. Под классику расхуяриваем стены. Какой приятный визит. И как раз вовремя. Он мой. Помнится, ты дал слово. У тебя одна минута. На его родине вообще хоть кто-то умеет себя вести? Видишь ли, в моем доме есть традиция. На Рождество по одному подарку каждому. Что насчет этого? И много-много радости детишкам принесла. Ну, в оригинале, конечно, это не так было звучало. Сколько людей ты только что убил? Кажется, никого. Это был просто рождественский подарочек. Стройплощадка закрывала мне вид. Но это уже нет. А куда бы он делся? Давай мы не близко попотим маленько. Вот, то-то я думаю, Бейн, ты куда делся? Просто стоял смотрел, как Джокер опизделивается. Долго же я ждал, когда ты умрешь. Я вздохнул спокойно. Вот такое себе решение выкидывать в окно чувака, который летать умеет. Итак, в момент, который вы так долго ждали, представляю вашему вниманию гибель Бэтмена. Ну, наверное, глушить его надо. Ну да, это работает. По крайней мере, пока. По идее, он должен расти и психовать. Ну, тупо становиться больше. О, пожалуйста. У него вином потек. Растет. Заебись. Прилетел. Стой. Там что-то пишут. Оглушение три раза, понятно. Так а как он, если меня пиздит все время? Так. Что-то оторвали тому. Блять. Понятно, контрудар надо юзать еще. Причем ебать, как быстро надо это делать. Сколько? Подачи 4, наверное, да? Он мне 6 дал долбану. И всей жизни нету. Когда Бэйн находится под действием винома, его атаки невозможно отбить, и он неуязвим для общих ударов. Как-то же надо уклонение это юзать. Вот это пропустить, да, можно.
счете с Мелиф было на прием. Ну, аккуратненько. О, сейчас мы его перчаточками как залупим. Я не хочу смотреть, сэр, когда вы убьете себя. Вызывали что-то подобное. Не сейчас, говорит. Hello, my friend. Кири Рейлвай. Приветик. Еще Ориджинс проходишь. Хорошего стрима. Привет, Кири. Да, Ориджин, она длинная, так что... Это несколько стримов, это уж точно. Я думаю, где-то стримов 8 она мне обойдется. Так, еще одну, короче, зузалку ему оторвали. Окей. Глушим, глушим, контрудар. А кто, блядь, еще эти появились? Ну вот этих ребят мне точно тут не хватало. Сука, так нечестно, блядь, и босса, и еще лобов мне подкидывают. Длиннее, чем осилу мысли. Тихо, аккуратненько себя ведем, ребята. Дальше Arkham City, нет, Arkham Asylum дальше. Так, я этих-то вырубил. Пиздец, вот. Но ему осталось-то понты вообще. Так, а добивание? Не, его опять поперло. Чувак, ты задолбал. Зимняя атмосферка такая. Значит, ну да, в принципе, в декабре проходить. Как раз будет. От него уже порог зелененький пошел. Решающий. Это не решающий удар. Ну-ка давай перчаточками. Перчаточками. Блять, контрудар. Вот эти клоуны мешают, пиздец. Ну и тут оттаба понесло, короче. Да блять, ну как? Мне надо же этих бить тоже. Сука, он меня сносит. Я не успел. Народу до хрена летит, и он еще тебя сносит, естественно. Как правило, он бежит всегда на тебя. И тут, получается, ребята, и тебя мочат. Ты им контратачишь, тебя мочит Бэй. Вот если бы не мобы, которые очень сильно мешают, его, и можно было бы ему, блядь, надавать в ебучку. Глушим. Да какой там? А сколько у него здоровья? Блять, не то. Нет, я тороплюсь. Так, запустил. Половина. Ну-ка давай шоковыми. Ну вот и тут же он юзает свою эту херню. Чтобы у меня перчатки отключились.
падла. Да, чувак, ну не то вообще. Добиваю, но не до конца. Огурцом? Нет, не огурцом. Не дают, как... блять, он не дают, они мне ударить по нему. Не то. Вообще не то. Ну и все, он беситься, короче, начал. Так, надо бы подсвалить, я думаю, от нее. Прыгаем пока так. Угу. От этого удара типа вообще не уйти, походу. Че он не дают решающий удар? Все? Нет, еще такой глуп, пить надо его. Да, блять. Ну их еще толпа прибежала, вообще ништяк. Бля, я не знаю, как с ними справляться, их очень дохера вообще. Они все сыпят и сыпят просто без конца. Где тут-то какой жирнючий Бэйн? А ну еще время есть. Ну хотя бы половину я у него снял, и типа мы начинаем с ним биться. У него, у меня целое здоровье, а у него половина. Правда, вот начало битвы не очень. Нет, все время атаковать, походу, его не вариант. Включатся и все. По идее, такими перчатками должен ему вообще там сшибать просто в вагон здоровья. Мелкие не дают ударить его. Очень дохера. Пиздец. Но он тоже свои 5 копеек вставляет. Ну вот. Да бляха, а? Дайте треснуть ему в рожу. Все, пизда, прыгает. Так, он сначала прыгает, бегает точнее, потом у него, да, прыжок идет. Он им глушит. Да, добирайся ты. Вот как его?
Не, батаранги вообще ему посрать. Ну так. Норм. Ну осталось-то понты ему вообще. Блять, ну и мне тоже. Дайте добить. Ну вот прямо вот когда у него совсем мало здоровья, он решил заюзать эту херню свою. That was unsatisfying. Ча мы ему напиздете. Чем-то на рок сидит, кстати, похож поведением. Тот там же так же бегал. Ну-ка, пока не лежат. Так вариант же. Оп. Включаем соковые перчатки и рубим вот этих мудаков. Он сейчас сам их подшибает. Главное в стенках не запутаться. Во. Теперь он идет на тебя просто. Начинает, блять, дай мне отпиздить его. Дайте мне к этому пидору подойти. Не дают. Их до хера. Тут я. Вот реально, ему уже два деления осталось, ну ёптю. Давай, бегом к нему. Все. Думаю, получилось. Нет. Еще одно. Бля, не сука. Что с ним происходит? Твое время вышло. Стоять на месте, повторяю, стоять на месте, на землю, лицо вниз, иначе откроем огонь. Вот это я называю вечеринкой. Ахаса. Взяли ему провода, типа пробивали. На крышу становится жарко. И Бэйн типа свалит, не дадут мне его добить. Ты легко отделался.
поешь, дурка. Не, мы с Бэйном еще биться будем. Ну и куда ты собрался, а? Джокер бессмертный пошел. Ну прям прыжок веры. Ну вот, зачем? Зачем? Зачем ты это сделал? Срочное сообщение. Это я пытаюсь тебя убить. Те двое были очень плохие люди. То, что они сделали, тебе лучше не знать. Они заслуживали смерти, как и я. They deserved death. Just like me. Он типа хотел тебе башку выстрелить. А нахрена? Не двигаться, урод. Кажется, это он тебе. Нацальпорт вытащил из этого. Убейте его, живо! Дайте угадаю, он сбежал. Точку чего? В Блэкгейт его. Ну, Блэкгейт это местная тюрьма. Куда он ушел, а? О, Бэтс, твой напарник. Напарник? А кто еще бы стал прыгать сверху, чтобы спасти твою шкуру? Знаете, сэр? Да он свалится. Меня самого этого озадачивает. Мне кажется, Джокер свалит по дороге. Добро пожаловать в Блэкгейт. Сейчас мы проведем краткий психиатрический тест. Это становление Харли Квинн, что ли? Тяжело, да? Копы в этом городе так и норовят избить больных и беззащитных. Скажи мне, дорогуша, тебе было когда-нибудь действительно тяжело? Что вы имеете в виду? Кому как не тебе знать? Нет ничего более жестокого, чем память. Острые, жалящие маленькие разряды взрываются без приглашения, вопят в твоих нейронах. Неизбежные, смолкающие, просто безжалостные. Даже в безумии от них не скроешься. А потом встречаешь человека, который чего меняет твою жизнь. И теперь ты даже не знаешь, кто ты. Забавно, ведь как одна коротка встреча может срезать кусочки. Твоего прошлого одним за другим, деформировать твою память и личность, пока ты не осознаешь себя заново. И вот, когда ты понимаешь, как все это глупо, твой смех. Прокатится эхом по твоей же собственной пустоте. Хорошо, но мне нужна более подробная информация. Как насчет словесных ассоциаций? Звучит восхитительно. Это ему Харли Квинн будущее вопросы задает. Ладно, последнее слово. Пожалуйста, отвечайте серьезно. Красный колпак. Судьба. Хочешь посмеяться? Раньше я рассматривал судьбу как зло, управляемое не кем-то там наверху, а самими законами человеческой природы.
Но сегодня это все изменилось. Что изменилось? У тебя когда-нибудь было такое чувство, словно вся прежняя жизнь вела тебя к одному этому событию? У вас оно появилось? Ну, теперь да. Теперь я понимаю, что все прежние драки, неудачи, зверства — это все была рука судьбы. Тут надо и персонажем управлять, и диалог читать. И вы смотрите на судьбу иначе? Конечно, меня озарило, никаких случайностей не существует. Все предрешено. Судьба вот все это время вела меня к сегодняшней встрече. На дорогу вообще не смотрю. Вам встретился кто-то особенный? Да, и знаете, одна встреча изменила все. Все, абсолютно. Понимаешь ли ты, в каком грустном мире мы живем? Как одиноко бывает тому, кто сам вынужден пробираться сквозь эту грязь. Наверное, очень одиноко. Конечно, конечно, понимаешь, меня даже в толпе других психов ты так одинок. Можешь брыкаться, царапаться, орать во все горло, всем плевать, как будто тебя... Вообще нет. Я чувствовал, иногда я чувствовал, что мне уже не свернуть с этого пути в никуда, в пустоту. Но теперь вы чувствуете, что вы не один. Есть человек, который разделит с вами трудности. Да-да, и этот человек сказал мне выход. Съезд с шоссе, ведущего в бездну. Путь в куда более интересную страну. Я думаю, что он имеет в виду Бэтмена, но Харли Квинн имеет в виду себя. Типа, ты меня нашел. Прямо лица в стране чудес. И как теперь вы чувствуете себя? Я будто парю, как будто кто-то вынул затычку, теперь меня засасывает воронку во что-то совершенно новое. Это так интересно. Тебе вряд ли понять, каково это. Вообще-то, понимаю. Расскажите подробнее, что вы чувствуете рядом с этим человеком. Я словно встретил родственную душу. И поверь мне, милая, раньше такого никогда не было. О, ты понимаешь, ты из тех, кто не боится шагнуть вперед и упасть. Свободное падение, а я без парашюта. Короче, Джокер влюбился в Бэтмена. Понимаешь, о чем я? Да-да. Я знал, что ты поймешь. Так, я могу узнать, кто этот человек? О, кое-кто очень особенный. Но имени я сам еще не знаю. Но разве что это не чудо? Меня зовут Харли. Харлин Квинзи. Какое красивое имя. А друзья зовут тебя Харли? Ну, друзей у меня не так уж много. Что ж, Харли, теперь один появился. Это странно немного. Зачем? Зачем тебе это делать? Так, ну, наверное, срочные новости. Я пытаюсь тебя убить. Ну, короче, флешбеки опять и у Бэтмена. Он, наверное, весь негодует, то, что Джокера он сам не отмудохал.
Томас Уэйн, не нужно говорить этого дела. И мамашу. Худший тип преступника. Стой, зачем ты это делаешь? Ну, как этот Ориджин Бэтмена во всех фильмах показывает. Извините, что вмешиваюсь, но я думал, вы наконец сможете отпраздновать Рождество. Теперь, когда Джокер за решеткой. Бэйн все еще на свободе. Я должен отследить его по сигналу маячка. Даже вам нужно есть, сэр. Если бы ты не вызвал полицию, он был бы уже обнаружен или пойман, что-то такое. Диспетчер, та-та-там, вы знаете, что я сам дал обещание вашим родителям? Не сейчас, Альфред. А что в этом участке? Эвакуировали, нашли бомбы под зданием того же типа, что-то там. Но Джокера, получается, Харли Квинн отпустит, и он должен свалить, по идее. Это или Бэйн, или один из его людей. Если я потороплюсь, то успею осмотреть тело и прочесть протокол вскрытия в морге. Да, пока вы не ушли, я поэкспериментировал со смесью, найденной вами в сталилитейном заводе. Кажется, она подойдет для вашего несмертельного обездвиживающего оружия. То есть клеевой гранаты? Именно, клеевое вещество уже затвердело, она на вашем столе. Конечно, я бы порекомендовал проверить ее в лаборатории перед уходом, но я уверен, что вы не послушаете меня, как всегда. А, давай, короче, возьмем все-таки с верстака эту гранату, злоебучую, и будем завершать. А то они заставят меня в следующий раз сделать. Найти бы верстак. Где у нас верстак вообще? Бэтмобиль. Почему он Бэтмобилем не пользуется? Раз на такие большие расстояния заставляет кататься. По-моему, здесь где-то, да? Нет. Это у нас тут коечка, где Бэтмен лечится. Раны свои зализывает, душевные. Вот тут верстак. Да, клеевая граната. Осталось одно оружие последнее. И будет типа Full House. А может и нет. Клевая граната? А нет. Значит, вы ее не будете проверять? Проверю в полевых условиях. Нет, по-прежнему два оружия не достает. Клевая граната, видимо, это что-то другое. То есть, ударный детонатор, возможно, там ее надо будет выбирать. Хрен его знает. Давай качнем, что есть. Одно улучшение. Ну и скоро типа будет второе. Так, вот здесь у нас что-то открылось. Но это почему-то не качается. Может быть, это качается самостоятельно. Я не знаю. Потому что это все закрыто, а то остальное не улучшит. А, так, где у нас? Вот, прокачка. Посмотрим, что там у нас с ближним боем вообще. Вот это у нас что? Специальная комбо. Стая. Откройте новый боевой навык, который вызывает стаи летучих мышей, оглушающих находящихся рядом врагов. Так она, наверное, и работать-то будет через раз. А вот это что? Шоковые перчатки. Шоковая перчатка мощной батареи. Блин, ну так-то тоже прикольно. Двойное специальное комбо. Решающий комбо удар. Специальная комбо стая. Обезоружить, уничтожить. Групповой решающий удар. Блин, я не знаю. Да, давай два специальных комбо подряд. Это пригодится. Типа, добиваешь одного, второго, третьего. Да, пойдет. Потом где-нибудь что-нибудь здесь качнем. Тут еще карты, наверное, вагон открывать. Плюс еще сюжетки, если я правильно понимаю. Да, все по 23%.
общие достижения тоже 23%. То есть это даже не половина игры. Хотя, может, и половина. Ладно. Хер бы с ним. Все, как говорится, познается, познаваться будет в процессе. Сколько осталось, сколько еще. Че надо? Сэр, не уделите мне минуту. В чем дело? Некоторые факты вокруг этого энигмы меня настораживают. Неограниченный доступ к ресурсам, мощная сеть по всему городу. Чтобы он не был, у него должна быть, должен быть капитал и связи. Это дает нам преимущество. Если он делает крупные закупки или тратит много электричества, его можно отследить. Не исключено, но он явно превосходно разбирается в технике. Наверняка запутал следы. Надо искать дальше. Пусть только он ошибется и даст нам зацепку. Конечно, сэр. Ага. Поговорил с Альбердом, 14 косарей аж накинули. Неплохо. Не повредило, короче, такой сильный разговор. Ладно, будем на этом мы заканчивать стрим. Вне стрима я еще, наверное, потом побегаю, пройду по бочке. Ну, то есть, вот эти вот одинаковые задания, типа, вот эти вот желтенькие штучки разломать, там, всяких вот этих клоунов покоцать. В принципе, ничего такого, все одинаково. Ты либо лупишь людей, либо ящики взрываешь. И, в принципе, больше ничего такого. Так что вот. На этом стрим будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.